очень необычная история. Но, возможно, она касалась именно тебя. Ароматы твоего подвыла. Не забуду никогда уже. Вдали от города,
привольная, всего раскинулась, довольная. И на пространстве территории возник прекрасный санаторий, где между уютных корпусов гуляет автор этих слов. Здесь лечат грязью и водою, и кормят вкусной едою. От благодарных горожан поклон и уважение, уважение вам. Конечно. Подождите, не уходите. Бабушку мы приглашаем. Я сидела на любви, меня кошки теребили, маленькие котяточки царапали за пяточки. Как пойдешь, милый, топиться, приходи ко мне проститься, я на речку провожу, до лучшее место ухожу. Приглашаем в студию, но нужны аплодисменты. Без аплодисментов не так. Хорошее настроение нужно спеть несколько слов.
Олимпийские для того, чтобы получить приз. Сердце от песни взяло, она встречать не дает никогда. И любит песню древних и села, и любят песню большие города. На песне все умеет и жить помогает, она встречать не дает никогда. И любят песню древних и села, уважаемые отдыхающие, на этом наш концерт подошел к завершению. Можно попросить? Он в пятницу, в понедельник вам очень много исполнит. Уважаемые отдыхающие, спасибо вам большое за то, что вы к нам приезжаете. Спасибо за то, что вы такие творческие, такие веселые, активные. Как приятно видеть даму, вот, которая всегда сидит и улыбается. Как приятно вас всех видеть, ведь мы работаем для вас, для того, чтобы вам хорошо отдыхалось. Но сейчас я приглашаю на сцену всех, всех участников нашего концерта. Пожалуйста, выходите все на сцену, не стесняйтесь. Собрались. Большой и звездно-снежный, как здорово,